неразумных женщин у них закончилось масло и потухли свечки. Они пошли к 5 разумным женщинам, чтобы попросить масла. Но разумные сказали неразумным, чтобы у нас не было недостатка и у вас, возьмите и купите масло. Муж пустил разумных женщин, которые горели свечи. Неразумные постучались и сказали: «Откройте!» И жених сказал: «Я вас не знаю». «Бодрствуйте, потому что и к вам может прийти и